VR Battle Royale. Stand out. Думал ли ты, когда подписывался 4 года назад на армию, что мы будем так далеко впереди в технологическом плане спустя 4 года? Посмотрите на это, посмотрите на все вокруг. Я в реальной жизни? Если бы не пот на моем лице, я бы думал, что я в реальной жизни. Охренеть. Что-то я немного исхудал, ребят, мне кажется. Спокойно, че? Спокойно. Спокойно. Prepare for Battle Royale. Hello. Oh, hey. Hello. Do you hear me? Hey. Yes. Good luck, sir. Sweden rules. Nice airplane. How to jump off? Both trigger buttons at the same time. Okay, okay. Как? У меня нету парашюта? Я лечу? What the fuck? Я ничего не понимаю. Я надеюсь. А, нормально, парашют открыт был. Лута нету. Там какая-то тетка, надо бежать. Где хоть что-нибудь? Хоть что-нибудь. Так, вон еще какой-то офис. Давай туда. 23 человека осталось. На! Нет! Не смотри даже на меня, он в трусах! Пожалуйста, не надо. Нет. Дайте хоть что-нибудь. Нет. Летите, ребят, тут можно... Я могу упасть в реальной жизни. Летите! Подождите, это очень странное ощущение. Мне лучше сесть на пол, мне кажется, чтобы мы не упали вместе со шлемом. Все, понеслась, блин. Ну чё, бичи, кто на меня стрелял? Да, это лол, как это вообще попасть? Так, мне бы перезарядить, наверное. Ой! Где? Чё? Откуда здесь? А это откуда здесь? Так, подождите. Так, стоп. Едите, это очень непросто. Оо, щит! Охренеть! Едите, у меня ноги трясутся. Я... Оо! И не потому, что мне страшно, потому что я... Так, я нормально сдохну. Оо! Тихо. Полегче, малыш! Да, это, блин, хейзи, ребят, хейзи.
О. Едите, как выпрыгнуть? Я... Так, извините, но в этой игре я буду реально вот так поворачивать. Блин, смотрите, я плей карлик! Ети, багинатор! Подожди, а как карлику управлять баги? Так. Чат, у нас проблема, по-моему. Ай, блин. Чё, блин? Я что-то сломал, по-моему. Или нет. Возможно, все в норме. Господи, все сильнее. What the fuck? Да дайте просто проехаться, да что ж я не так делаю? Я даже ничего не жму, я просто подхожу к нему. Так, ладно, короче, давай сначала оружие найдем. Даже если мы сейчас поедем, без оружия это может не сработать. Так, это что такое? G-Fuel. Да. Может, Баги недоволен был, потому что я не заправил. Не задобрил, так скажем, перед тем, как это. Так, а как? На! На! Слушай, там что-то... Куда-то рука у меня далеко. Ну-ка. Так, сейчас я опять же сломал. Так, ладно, давайте немного оставим баги в покое, найдем все-таки оружие. Это херня, за мной тебе всегда летать будет? Здорово, Настя. Здорово. Да господи, что это? Почему в VR-игре такие лестницы, блин? Да уйди! Спасибо большое за подписку. Ну, давайте еще раз попробуем. Блин, ну прикольно, атмосферка, типа, ночью. Только вот что делать с тем, что около калаш? Там вот этот был чувак, был красивый. Чего это вообще? ВП? Благодарю за подписку. Сука! АВП, блин, серьезно? Ну прицел там выглядел прикольно, но я даже не успел, чуваки, я даже не успел зазубить. Что-нибудь посмотрим. Ой, чё, самолет такой крутой. Мам, ну еще 5 минут. Давай на гору прыгать и не убивать друг друга. Гор? Не-не, надо прыгать в самом конце зоны. На гору сейчас все прыгнут. А зачем полетели ты... дальше? Вон, видишь, там склады в конце. Да, конце да. Зоны. Я вас убью, там ставим, я иду за вами. Ставим. Давайте, да? Давай, еще прыгай. Один. Давай. А вот здесь... Он
наш? Кто наш? Ты наш? Хай сам герой, слава! Давайте продолжим! А? Блин, а могу друзей найти. Блин, нифига, куда он прыгает, задрот. Зачем этот дядя с этим мальчиком туда прыгает? С прицельчиком. Нормально. Да, подождите. Что-то не вставляет. Ага. Так, надо рашить его. Че? Что можно было взять? Показалось. Ну как он так точно стреляет? Там перезаряжался. Че ты перезаряжаться не умеешь? Да блядь, блядь, зеряешь маму. Где автомат твой? Куба. Черт. Я не знаю, почему чат. А магазин просто не хотел убираться. Он просто не хотел убираться. Он такой, типа, я не хочу убираться. Я такой, ну пожалуйста. УХП, нормально. Так, вот так я, наверное... Охренеть, вообще не туда хотел, ну ладно. Дай бог, короче, ребят, bless RNG, чтобы я кого-то убил. Сон идет! Охереть, она по два тикает! Ну ну нет! А, ну ладно, я уже вот она. Охренеть, верните хп. Шестьдесят два, ну класс. И следующая где? На юге. Вон туда нам надо. Не знаю, мне кажется, ХП в этой игре ничего не решает. Решает скилл, который я сейчас покажу. Я не в круге, по-моему, чуть-чуть. И кто меня убил? И кто меня убил? Просто ваншот. У меня, блин, 60 ХП было. Кто? Покажись! А, смотрите, блин, он сидит, походу. Будет рофлить над такими играми, ребята. Через 10 лет только в такие будем играть. Причем вот в такой позе, вот просто вот в такой, вот просто ничего. Расслабиться, смотреть в небо. Ну, вот, калибровать так, чтобы ты смотрел как бы не в небо. И все. Да, никому нельзя доверять. О, стоп, стоп, такси, такси, стой. Такси, 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 такси. Что это такое? Отдай тачку, ты не умеешь ездить. В смысле, не умеешь? Ты не умеешь. Я умеешь ездить, слышь? Смотри, как езжу я, слышь, ты не запарковал нормально. Стой, прижаться к обочине. Меня спасают. Так, что ты это? Что сломал ты мне машину свою? Ну класс. Ну господи, вы, блин, я вот, Так, что там? Сотка, все понял. Я раньше рофлил над видосами, где типа чувак. На американских горах боится. А сам вот... Чё?
Да что такое? А вот сам, короче, я сейчас иду и понимаю, что дело даже не в страхе. Просто человеческий организм воспринимает, вот глаза, короче, обманывают тебя. Они тебе говорят, типа, ты падаешь, а ты такой, да нет же, я не падаю, я же в игре, ты что, что с вами не так, глаза? Они говорят, нет, тебе просто жопа. Да ну, тут одни задроты играют, да? Ну. Он как будто с клавой с мышки играет в эту игру. Он просто выглянул, пух, и все попал, по-моему. Жестяк.